Картон есть. Разрезаем развертку на части. Собираем бокс. Подготовим ленточку. Осталось завязать бантик. В подарке спрятано новое платье. Уже не терпится взглянуть. Свадьба уже завтра. Отличная идея с девичником. Девочки, угощайтесь сладостями. Thank you. Объедение. Пора распечатывать подарки. Что тут у нас? Носок? Отличная шутка. А вот футболка в самый раз. Это еще не все. Эбби задарили подарками. Любопытно, что в самом большом? Неужели свадебное платье? О-оу! Платье явно не в тему. Невеста без свадебного платья. Отменяем торжество. Нет, успокойся, мы что-то придумаем. Окей. Алло, Антонио, у нас есть срочное дело. Окей, мы все решим. Будет тебе платье. Свадьба состоится. Hello. Дорогуша, снимаем мерки. Ага. Для невесты лучшие ткани. Пышная юбка. Дополним образ корсетом. Талию подчеркнул блестящий поясок. Акцентные рукава. Подготовим фату. Эбби будет в восторге от цветочной диадемы. Свадебный букет идеально дополнил образ. Yes. Платье Эбби покорит всех гостей. Но где же они? Не переживай, Антонио отличный модельер. Несомненно, какие пожелания? Что-то цветочное. И стильное, у нее отличный вкус. О, уже вижу этот шедевр. А теперь, дорогуша, пора создать платье твоей мечты. Ну ладно. Снимем мерки. О, я запуталась. Ерунда, сейчас все будет. Невероятно, результат превзошел все ожидания. Превосходно. Красотка. Чего-то не хватает. Фата. О, как я мог забыть. Белиссимо. Мое творение. Ха, ваша красота. Wow. Невесту заждались у алтаря. Вот же она. Властью, данной мне, объявляю вас мужем и женой. Формируем шарик. Оставляем отверстие. Это кокос. Добавим трубочки. Экзотические коктейли скрасят жаркий отдых. Настал долгожданный медовый месяц. Супруги отправились в круиз. Чудный воздух, согласен? Yes. Я словно лечу, Тей! Парочка прогуливается узкими улочками. Ого, диковинка, беру! Что же перекусить? Угощайся. О, я боюсь насекомых. Ладно, мне больше достанется. Сэр, мороженое для дамы. Это получше. Yummy. Отличная погодка. Ага. А, спасите. Oh, здесь пострадавший я. Стой, я помогу. Милая, ты спасла меня. Коктейль в благодарность. Вкусненько. Согласен. Yes. Веселое у нас путешествие. Медовый месяц удался. Выбираем пластиковую форму. Рисуем цветочки. Покрываем миску прозрачным лаком. Нужен пластилин,
идеальные кружочки. Лепим пельмешки. Бон аппетит! Это очень вкусно! У Эбби усилился аппетит. Бррр, никак не уснуть. Схожу на кухню. Тихонечко, чтобы не разбудить. Я на месте. Посмотрим, что есть. Бургер неплохо, но маловато. Вот, теперь в самый раз. Чуть-чуть не хватило. Чего бы еще? Везде пусто. Точно, пельмени. Доводим до кипения и объедаемся. Дорогая, уже давно за полночь. Чего не спишь? Странно, чего это он? Подготовим распечатки дисплеев. Приклеиваем к зеркальному картону. Украсим лентой. Неужели скоро будет малыш? На утро Эбби ждал сюрприз. Мамочки, вот это животик! Дорогой, что это? Его не было. Наверное, пельмени. Лучше проверим у врача. Пара пришла в клинику. Смотрите, какой животик! И это за ночь! Посмотрим. Нужно сделать УЗИ. Ну что там? Поздравляю, у вас будет ребенок. Счастливые родители. Сохраните снимок малыша. Мы станем лучшими мамой и папой. Чудесные ткани. Три цвета означают «у нас тройня». Первая малышка – брюнетка. Парнишка с хохолком. Заворачиваем всех в конверты. Тей спешит с женой в клинику. Доктор, доктор, скоро должен появиться малыш. Все будет хорошо, присаживайтесь. А как же я? Погодите! Фу! Ты так распереживался, что задремал. Поздравляю, папаша! О, там скелетон! Мужчина, вы в порядке? Ау, вы стали отцом! А вот и третий. Они прелесть, мои крошки! Я так счастлива! Мастерим энциклопедию. Возьмем фоамиран. Закрепляем корешок. Советы для родителей. Настольная книга в семье Эбби и Тея. Добро пожаловать на курсы молодых родителей. Приветствую. Со мной вы узнаете о детках все. Научимся обращаться с детишками. Папочка, попробуйте запеленать ребенка. Это оказалось сложнее, чем я думал. Не беда, я покажу, как правильно. Вот, получилось. Теперь меняем памперс. Ну, это легко. Вы серьезно? Ладно, приступим к кормлению. Молодец, мой герой. Вы делаете успехи, но всем предстоит поучиться. Используйте советы из книги. Спасибо. Будем читать перед сном. Сколько пластика? Вырежем детали. Пара колпачков клапанов. Обернем канатиками. Фильтр из сеточки. Противогаз не пропустит нежелательные запахи. Чудесная перчатка. Получилась пара маленьких. Наборчик для молодых родителей. Малыши рыдают. Вы чего, крошки? Ой-ой, Тей! Что случилось? Понял, где мой противогаз? Папочка идет. Тей в спецодежде. Такс, достаем подгузник щипцами. Ну как?
О, проверю позже. Папа пшикает раствором мусорник. Обработка важна. Эбби меняет подгузники. Мы справились! Командная работа. Пластиковая упаковка. Окрасим. Пара прочных ремешков. Формируем уголки. Обклеиваем чемодан стикерами. Ого, он побывал во многих странах. Эбби и Тей очень устали. Быть родителями нелегко. Непоседы, поиграем, а мама просто полежит тут, на полу. Хотите кушать? Ням-ням, молочко. О, дети разбегаются, совершенно непослушные. Вдруг звонок в дверь. Эх, кто там еще? Бабуля соскучилась за крошками, за внуками и правнуками. Ой, как чудесно! Вот, держи, бабуля. А мы убежали. Пока. Ну и дела. Эх, как прекрасно. Я на гольф. А я в спа-салон. До встречи. Прокачаем старую колясочку. Новенький дырокол, он нам не нужен. А вот упаковка. Прозрачный пластик окрашиваем в тон креплением. Добавим козырек. Наносим потертости. Украшаем колесики штурвалами. Застилаем матрасик с подушечкой. Вау, это же плавнички! Коляска выполнена по последней подводной моде. Присядем передохнуть. Стой, куда едешь? Подопрем колесо палочкой, так-то лучше. Ох, что-то меня разморило. Апорт, лови палочку. О нет, это не та палка. Как я успел уснуть? Дочурка! Ау! Куда она подевалась? О, я забыл, как выглядит наша колясочка. Эй, это мой ребенок. Да где же она? Эбби! Малышка, ты нашлась. Прости, я буду примерным папочкой. Выбираем пластиковый колпачок. Заливаем донышко термоклеем. Убираем лишнее. Наносим пятнистый принт. Ох, моя голова! Где таблетки? О, закончились. Придется сходить в аптеку, а пустой блистер заберем мы. Вырезаем колпачок. Крошке понравится полезный смузи. Дорогая, ты куда-то собралась? Как ты угадал? Присмотришь за дочуркой? Я ненадолго. Окей. Чао. Малышка, веди себя хорошо. Папе нужно вздремнуть. В чем дело? О, голова раскалывается. Эбби, милая, что ты хочешь? Песенку. Баю-баюшки-баю. Может, мягкую игрушку? No. Что же с тобой делать? Oh my goodness. Что у вас происходит? Глупышка, Эбби просто проголодалась. Вот так. Чем займемся? Хочешь фокус? Еще бы. Абракадабра. Пасочка. Вау, круто получается. Девочки, давайте построим огромный замок. Берем инструменты и вперед. Русалочка вдохновила подружек. Скорее строить. Используем лист пенополистирола. Выстраиваем башенки. Накрываем колпачками крышами. Наколем кубиков. Песочные замки получили рельефную текстуру. Основание вымыло водой. Заливаем башенки термоклеем. Подготовим настоящий песочек. Нальем прозрачного лака.
посыпался песок. Вот эта постройка впечатляет. Стройка уже на финишном этапе. Последние штрихи. Валя, полюбуйтесь нашим замком. Эбби, ты молодчина. Ого, какой у вас крутой замок. Давайте играть в прятки. Раз, два, три, четыре, пять. Я плыву искать. Тут их нет. Куда все спрятались? Ага, попались. Мастерим сачок. Проволочка есть. Сгибаем в колечко. Тонкая ткань сачка пропустит лишнюю воду. На конце розовой ручки красуется голова панды. Скорее на подводную охоту. Давным-давно в пещере Урсулы. Моя любимая сказка. Ой, медуза. Не могу упустить шанс поймать ее. Погоню! Догоню! Какая юркая. На чем я остановился? Oh, не шевелись. О, что ты творишь? Но там была медуза. Я застрял. Сори, бывает. Ох и непоседа. Садись дослушивать сказку. Приветик, я стала старше. Hey. Пора сменить хвостик. Мастерим глиттерный плавничок. Украшаем пайетками. Добавим сверкающий пояс. Хвост покрывают чешуйки. Пара плавников. Макушку украшает чудесная диадема. Русалочка выглядит просто неотразимо. Эбби выплыла на берег. Как приятно погреть плавники под солнышком. Что это там вдали? Корабль? Куда же я приплыл? Поверить не могу! Русалка! Она прекрасна! Чужак! Простите, мисс, не хотел вас тревожить. Мне страшно. Я не причиню вам зла. Покорить ее сердце будет непросто. Юная леди, хотел преподнести букет. Он красив, как вы. Морские красавицы весьма своенравны. Складываем картонный сундучок. Закрепляем откидную крышку. Не хватает замочка якоря. Внутри хранятся пиратские сокровища. Затонувшие корабли оставили под водой много кладов. Эбби прогуливалась по морскому дну в поисках украшений. Морская звезда, прелестный коралл, хорошее начало. Вау, что это блестит под раковиной? Ух ты, ожерелье! Прихвачу для моей коллекции. Упс, сундучок переполнен. Ладно, придется найти хранилище покрупнее. Вот, огромный сундук мотивирует на новые поиски. Вырезаем картонные хвостики. Перекрасим заготовки в лиловый. Закрепляем блестящие хвостики. Вот и нижняя полочка. Вместительный гардероб для сменных хвостиков. Нужный образ всегда под рукой. Доброе утро! Новый день, новый хвостик. Что же надеть? Все не такое. Мне нечего надеть. Придется снова отправиться на шопинг. Одолжи ниточки ненадолго. О, мои выкройки! Утолщаем нить до веревки. Покрываем все термоклеем. Установим абажур. Напоминает медузу. Окрашиваем. Добавим нить включения. Прекрасный ночник украсит любой интерьер. Прошло много лет. Эбби превратилась в бабулю. Что может быть лучше чтения перед сном? Зрение подводит, годы уже не те. Точно, включу светильник. Так-то лучше.
захватывающая история. Эбби, милая, уже спишь? Какая прелесть! Задремала под книгу. Укутаю одеяльцем, чтобы не замерзла. Вот так. Сладких снов, любимая. Ой, почему так темно? Я привыкла спать при свете. Подумаешь, старушка, а все еще боюсь морского чудища под кроватью. Спокойной ночи! Ушные палочки превращаем в слуховой аппарат. Будьте осторожны, огонь детям не игрушка. Добавим несколько кнопочек. А у бабули снова идеальный слух. Заварка как раз настоялась. Что по трансляциям? О, моя любимая телепрограмма. Как сделать звук погромче? Может, пульт сломался? Грег, я ничего не слышу. Эбби, ау! Что, что? Сделай громкость потише, дом ходит ходуном. А, повтори-ка. Милая, это тебе пригодится. Держи слуховой аппарат. Ох, я снова все слышу. Спасибо, дорогой. Семейная пара вместе наслаждалась чаепитием. Малышка Мэйли приехала в центр Торонто. Ах, неужели глаза меня не обманывают? О, точно, мои кумиры Фортаун, обожаю их. Ой, чем он там занимается? Мэй засмущалась и превратилась в панду. Нельзя, чтобы он меня увидел такой. Мэйли, как дела? Ты где? Спокойно, Мэй, приди в себя. Фу, вроде получилось. Хай, Мэйли. Надо же, Фортаун. Нам срочно надо купить диск нашей любимой группы. Let's go. Разделяем картонный лист. Как ни поверни, милые цвета. Спрей? Нет. Нам понадобится колпачок. Из трубочки мастерим стойку. Полочки готовы. Столько дисков. Мечта любого меломана. Поп-музыка, рок, классика, джаз. Здесь есть практически все. Вау, как тут интересно. Мэй, там Стив. Давай, подойди к нему. Ни за что. Могу вам чем-то помочь? Привет, Мэй, уже виделись. Нам очень нужен диск этой группы. Да, крутая новинка. Вам туда. Мы немедленно должны его послушать. Скорее домой. Нам нужен магнитофон. Окей. Сейчас принесу. Жми на плей. Что-то девочки расшумелись. Ой, кажется, кто-то пришел. Hey. Мэйли, к вам пришла подружка. Входи. Hello. Let's begin. Меняем имидж. Присаживайся на стульчик. Прикроем одежду и приступим к стрижке. Новая прическа для малышки. Wow. Снимаем очки. Пора скорректировать бровки. Из проволочки скрутилась отличная оправа. Что в загадочном кубике? Посыпались ткани. Вжух, и крошка переоделась в желтую рубашку с полосатым принтом. Рисуем выкройки брюк. Пара штанин объединились в обновку. Добавим накладные кармашки и пояс.
Знакомьтесь, Прия, еще одна подруга Мэй. Привет, девочки! Как дела? Ты как раз вовремя. Вау, что это? Веселитесь? Да! Мэй так сильно переполнили эмоции, что появился хвостик. Ой! Следом ушки. Oh, no. Что? Ну и дела! Какая ты милая! Ох! Берегись! Супер-обнимашки! И я! Изабелла превращается в нового персонажа. Намечаем карие глазки. Проставляем зрачки и блики. Помаду Эбби нанесет сама. Немного пудры и румян. Красотка! Wow. Новый имидж. Wow. Скорее за ширму переодеваться. Ловкими движениями рук связан свитерок. Превосходно! Дополним наряд флисовым комбинезоном. Добавим манжеты и яркие пуговки. Раз, два, три. Ау, меня слышно? Девочки, вы заняты? Давайте играть вместе. Оу, какая прелесть. Мэйли. Фу, я снова Мэй. А что, если создать свою группу? Эбби, займешься рисованием плаката. В школе царило обычное утро. Что она делает? Любопытно. Вы не слышали? Скоро дебют классной группы «Я краснею». Давай поможем с плакатами. Теперь вся доска обклеена крутыми постерами. Эй, все слышали? Держи громкоговоритель. Thank you. Внимание! Супергруппа «Я краснею» скоро выступит перед всей школой. Ой, чуть не забыла. Тайлера не пускать. Давайте обсудим костюмы. Есть пара идей. Может, крутые очки? Эй, смотрите, что нашла. Юху, придумала. Обводим мордашку на картоне. Вуаля, шлем панды. Картоноголовые исполнители взорвут сцену. С лапками нам обеспечен успех. Картонный бокс разделяем на листы. Чертим и вырезаем развертку. Пара движений, и шлем собран. Тонируем в красный цвет. Появились пятнышки и забавная мордочка. Очень мило. А лапки? Теперь группа не останется без внимания публики. Yay! Ох и мороки от этих концертов. Поторапливайся. Смотри, это же я краснею. Ну что, все собрались? Фу, так волнуюсь. Успокойся, не о чем переживать. Мы готовились. Okay. И вместе... Let's begin. Вперед! Встречайте «Я краснею» бэнд. Вот это эффектное появление. От зажигательных треков зал наполнился позитивом. Голос Мэй и яркие костюмы обречены на успех. Ну как вам «Я краснею»? Бис, бис, бис! После концерта вдоль красной дорожки выстроились толпы поклонников. Можно автограф? Ставить подпись лапками неудобно. Слушай диск с удовольствием.
Листок распался на странички. Милый календарь. Теперь есть на каждый месяц. Дырокол за дело. О, где достать обложку? Не видели? Нашла. Ура, спасибо. Теперь календарик оформлен как полагается. Больше не спутать даты. Мама с папой заждались Мэй к обеду. Куда подевалась наша малышка? Я уже накрыл на стол, опаздывает. Мэй, ты где? Все стынет. Что это было, ты слышал? Я тут, приветик. Ай-яй-яй. Ох, наконец-то. Поешь пельменей. Ну, мам, я не голодна. И вообще, мне пора готовиться к контрольной. See you later, alligator. Ах, хвостик, нужно свериться с календарем. Oh, my. Посмотрим, когда полнолуние. Апрель, май. Вот же, взойдет красная луна. Все прояснилось. Сегодня на радио Лалилу выступают «Я краснею». Oh my. А вот и наши звездочки, первые в списке. Привет! Сегодня вас услышит весь город. Ах, чудесный голос. Подготовим блок пенополистирола. Сеточка готова. Обклеиваем каркас фоамираном. Добавим кнопочки и антенну. Закрепляем ручку. Радио Маршалл улавливает даже самые слабые радиоволны. Переключи на другую радиостанцию. Окей. Сейчас поклацаю. Что? Ты это слышишь? Знакомый голос. Это голос Мэй. Что же делать? Unbelievable. Успокойся, любимая, все хорошо. У нашей девочки отлично получается петь. Девочки, вот удивили. А, что? Ты очень талантливая дочурка. I love you. Спасибо за поддержку, приятно.